Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю экономный, но очень вкусный и сытный рыбный пирог из простых и недорогих продуктов. Лук и морковь обжариваю на растительном масле. Зажарка готова. Одна баночка консервированной сайры. Разминаю вилкой. Добавляю зажарку. Двести грамм отваренного риса. Зеленый лук и петрушку. Перемешиваю. Делаю тесто. 2 яйца, 100 мл молока, 150 грамм сметаны, 1 чайную ложку соли. Перемешиваю. Просеиваю 200 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя. Снова перемешиваю. Тесто должно быть жидким. Если оно густовато, добавьте молока. Форму смазываю маслом. Выливаю половину теста. Выкладываю начинку. Перчу по вкусу. И заливаю второй половиной теста. Украшаю черным и белым кунжутом. Выпекаю 50 минут при температуре 180 градусов. Пирог получается нежным, мягким и очень вкусным. К тому же продукты недорогие и доступные. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился этот рецептик, ставьте лайк. Желаю всем хорошего настроения!